пошли в магазин метро в Алании, выяснили, что на порошки, химию цены почти как в нашем метро, а вот что-то текстиль у них без скидосов сейчас. Осенью был со скидосами, мы взяли. Да, мы там взяли тогда хорошо футболок с длинным рукавом, две. За сколько мы их взяли? За 17. За 17. А сейчас они по 29, да? И по 34. Ну, там несколько вариантов есть. Конфеты. Ментос. Что-нибудь международное, так сказать, для порядка цен. А ничего не видно там. Вивидент. Чипсики. Да, вкус у чипсиков здесь какой-то совсем другой. Бахаратли. Еселики. Может быть, чипсы взять для этого? Да, мы, правда, после ужина ничего не охота. Мороженое, может быть, взять. А, орешки, кстати, да. Сколько у них орешки стоят? Я не пойму. 18 лир вот эти. Так, 18 лир. Семечки по... Это фундук по 18 лир. За сколько? За килограмм, что ли? Нет, за упаковку. А, за упаковку. 90 лир за... В упаковке 200. 90 лир за килограмм. 93 за килограмм. Арахис. Вот арахис вы в Ашане почем берете? Я беру в Ашане за 200 рублей килограмм. 200 рублей килограмм. А тут за 200 граммов? Нет, а здесь 49 лир. Ну, 50 лир за килограмм. 500 рублей килограмм. 500 рублей. В два раза дороже, да, рейс? Ну, чем это в Ашане. А, ну, мелкие упаковки всегда дороже, да? Кешью дорогой. Кешью дорогой, он всегда дорогой. Их, по-моему... Это грецкие орехи. Грецкие орехи. Ладно, пойдем дальше. Что? Ну, 120 рублей, грубо говоря, за пачку. 120 рублей за пачку Принглсов. А мы по 80. Ну да, на скидосе в Пятёре можно по 80, по 90 рублей взять. И коротко о наболевшем. Медик. Мед. Это не мед. Балкован. Не мед? А нет, может, нет. Вот там вот наверху написано «Балкован». Что за «Балкован»? Инсютабл. Мед, не мед? Нет, это не мед. Это типа... Как что-то шишки какие-то. А, пайнхани. Это мед из сосны. Сосновый мед. 600 рублей. 600 рублей за баклажку? Да, как подарок, в принципе, наверное, прикольно. Как подарок. А сколько в баклажке? Литр? А, она мягкая, кстати, на пластиковой. А, 2 килограмма. 2 кг. 2 килограмма меда 200 соснового. Рублей за килограмм. За? За 600 рублей. За 600 рублей баклажка. А здесь чего у нас? Рублей. Здесь у нас сахара. Сахара. Рыбный ряд. И не только рыбный, наверное, мороженые куры. А там, наверное, молочный ряд, да? Табаско. Табаско. За хаумач. А это табаско тоже, да, наверное? Нет, острый. Это акисо. Другая марка. А, ну тоже, наверное, острая. Да. Всякие. Соусы готовые. Соусы. Дошираки. Дошираки, да. По 4. 4 турецких лира за доширачину. 40 рублей за. 40 рублей за стаканчик. А вот по полтора. Полторы лиры. 15 рублей за штуку. Полторы лиры. А, это прям сухой. Такой бомж-пакет, ну, да. Который можно поломать, налить кипяточком. Нормально. А это райстик. Мы такую брали. Это рисовая лапша. Как-то мы брали в этом. В Атаке, по-моему, воняет страшно. Я такую больше не беру. Пайнапл.
А, вот. Нет, это майонез. Нет, вот здесь вот пайнэппл. Нет, это не пайнэппл. Main sweet corn. Это сладкая кукуруза. Да. 8 лир. 8 лир за арамесир. Месир – это, видимо, вот их кукуруза. Майонез. Что будем? Дорогу смотреть. Дорогу? Дораду. Дораду. Я не глушняк. Дораду мы не можем, потому что это спонсирование убийства. А мы как-то пытаемся с этим завязать. Это пюрешечка. Да. Пюрешечка Кнор. 94-95. Слушай, 100 лир. Ой, 100 рублей за пакет. 100 рублей за здоровенный пакет. 2 килограмма. Да. Вот его можно было взять. Ну да. И делать себе пюрешечку без остановки. 1000 рублей вот этот пакет. По 1000 рублей вот такой пакет нута. Из него можно делать хумус, из него можно делать супик. 25. Он по вкусу как говядина, на мой взгляд. 25 кг. 25 кг. Это как мы покупали коту мешок насыпка. Ну, по 120. Ну, по 1200. 120 лир. 1200 рублей. 1200 рублей за 25 кило. А это что такое? Арахисовая паста, что ли? Нет? Крема. А, это фундуковая. В общем, это нутелла. Фундуковая паста. Ладно. Вот печеньки есть. У нас в отеле, конечно, есть плюшки на обед, но они как бы манные. Они вроде даже вкусные. Но потом вечером хочется чего-нибудь с кипяточком. Чего-нибудь. А, мы вот такой, по-моему, брали. Такие. А, нет, это были... То было в Народосе. Вот эти вот большие упаковки, они были очень сахарные, очень вкусные. Но это был Народосе, а здесь что-то все другое. Или вот такую мы брали, Элкер вот этот вот. Я не помню. 5 лир упаковка. 5 лир упаковка. 450 грамм. А с пакетиком с собой же нет? Ну, я могу в руках потащить. А вы хотите? Тем более они выйдут. Да, я бы, наверное... С одной стороны, да, с другой стороны... На холм клюнешься? А? Вроде как all-inclusive говорили. All-inclusive, да, но насчет съесть печеньки... М&М'зы. Почем М&М'зы так, навскидочку? 2,99 за желтенькие М&М'зы. Маленькие, 2,90. Да. 2,77, если 8 штук. 2,77 за 7? За 8. За 8 штук. А, это вот орехи в шоколаде. Хм. Изюм, а, изюм дрожже. Это изюм. Изюм дрожже. Вот он дорогой, по 14. За 14 изюм дрожже. А наверху тоже изюм дрожжа. А там баден, сикири, баден-баден. Наверное, это орехи. Айва дрожжа. А, айва, это сухофрукты. Айва, я знаю. Не знаю, как это даже. Неохота печеньков? После плюшек? All-инклюзивных плюшек. Ну, может быть, тогда... Сникерс, да, для понимания. Один в один раз, как у нас. Международные. 2,39, у нас по 23 в Ашане. По 23 рубля в Ашане, а у них по 2 лиры 39 курушей. Ну, то же самое, да? Да, да. Один, ну, в один, 23. Цена... Ну, потому что, я думаю, цена устанавливается в баксах, может быть, каких-нибудь компаний на полгода. Покидаем. Метро. Все, прощай, метро. Мы пошли. Ничего не купили. Что-то мы думали, футболку, печенье. Ничего в итоге не взяли. Ладно, идем дальше. Рядом с метро кафе. Вот такое кафе. Что пишут? А 1200 лир за 25 кг это не очень дешево так. Ну это получается 48 рублей вы за килограмм. Вы имеете в виду нут, да? Да. То есть нут 50... не очень хороший день? Нет, нет, ну вполне, я не знаю сколько у нас он стоит. Нут, наверное, рублей 100, кстати, стоит. Может быть. Наверное. Ну это мелкий распасовка. Не-не. Магазинчик, кафе. Там кто-то танцует. Человек что-то не в фокусе у меня. Голова есть, ума не надо. Ой, там что-то и с носиком. Ну ничего. А, вот Мигрос. А, Мигрос, это джет. Мы в джет решили не... Нет, написано Мигрос джет. Мы решили не ходить в джет. Мы
Нет, там дальше будет еще обычный. Будет. А, не будет? Вы сказали, будет еще один Микрос. Нет. Не будет. Ну, тогда пойдем в этот джет. Мы пошли в Микрос джет. Картоха. По рук по два. Качок. Четыре штуки. Дыня по 5, а пол арбуза почем? Пол арбуза, наверное, по 24. Грецкий орех. Индирим 5,45. Нет, наверное, это арахис за 5,45. Мороженые большие. Кто мороженые большие? А, мороженое крупное? А там брали за 2,50 маленькое. Может быть, там есть с той стороны мороженое? А, ну это потому, что маленькие, у них нету маленького мороженого. Только крупный. Хотя должно быть наоборот. Вот бульки. Может, нам бульки надо? Курица, молоко. Витрина с маленьким мороженым. Вот мы брали такое где-то за 2,50. А тут за холмач... Кофе 2. А, фрузи. Фрузи за 2. Фруктовый лед. Ну, давайте возьмем фруктовый лед. А мне нравится вот этот даже за рубль, который. Конбу. За одну. Давайте найдем конбу. Что-то мы его не видим, конбу этот. Бум-бум за 2,50 с орехами. Или это, наверное, вафли там. Ну ладно. Это какое-то мясо, да, ведь замороженное? Вот эти вот. Чего-то там на кости, наверное, вот это вот. Да? Кто из них кто? Конечно, так не понимаю. Какой-то индирим там даже есть. 10% индирим. На кэш? Да? Уходим из Мигроса. Мигрос джет. О, что-то я врезался. Прекрасно, прекрасно. Пресса. Ну, мы идем. Будем есть мороженое. Бум-бум. И вот мы на какую-то улицу вышли, и тут сплошная движуха. Лошадя. И она как бы без машин. Пешеходная улица. Как называется хоть пешеходная улица, чтобы нам знать? Сейчас на карте найдем, как называется пешеходная улица. Титаник. Титаник бар. Пойдем? Скай бар. Вот. Атила. Атила Кадыси. Пешеходная улица, параллельный променаду. Вот мы про нее не знали. В том году мы даже здесь ни разу и не были. А вот базар. Вот это не оба базар, куда мы хотели. Не тот оба базар. Микрос супермаркет. А, ну по ней пойдем до отеля. Life Music. Osman's Place. Это не пешеходная? А, пешеходную улицу пересекает не пешеходная. Ну чего-то на не пешеходной пока, к счастью, тоже никого нет. А это прям пешеходная, прям большая. Мороженое было вкусно. Что-то надо было, наверное, распаковку и откусывание заснять. Ну что там этого не стали делать. Оба базар, мы его нашли. Он был на карте отмечен. Какого-то странного вида манекен. Как будто у него кепка приросла, а сам он в каком-то женском сарафане. А, нет, кепка у него не приросла. Кепка у него отдельно. Конь ожидает прогулки. Можно прыгнуть?
фреш-фреш. Около полосатого. А. Не, ну променаде уже неинтересно, мы там уже были миллион раз. А на эту улицу что-то мы никогда не сворачивали. И так странно, что она здесь есть. Пешеходные улицы, параллельные променаду. Урна. Что-то кричат. Видимо, что-то там вечернее. Молитва. А у вас эта шнага, килтон со шпиной?